выключаю телевизор, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти забил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я сказали, жаркой будет даже день, но впрочем в той тени, где я пока и сухо, и тепло, но я боюсь пока. Одни идут чередом, день едим, а три пьем, и в общем весело живем, хотя и дождь за окном, но гитофон сломался, я сижу в тишине, чему и рад вполне. Я жду ответа, больше надежд нету, скоро кончится лето, это. Стройка работает кран, и закрыт пятый год за углом ресторана. На столе стоит банка, а в банке тюльпана, на окне стакан. Так идут за годом год, так и жизнь пройдет, и в сотый раз маслом вниз упадет бутерброд. Но может будет хоть день, может будет хоть час, когда нам повезет.